Московская область будет встречать гостей светящимися стелами на региональных и федеральных трассах, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева. Стелы на региональных и федеральных трассах установлены, монтируется подсветка. С 1 марта Подмосковье всех будет встречать светом, написал глава региона на своей странице в социальной сети Instagram. В администрации Ленинского района состоялось совещание с руководителями организации предприятий по вопросу проведения на своих предприятиях диспансеризации и профилактической вакцинации сотрудников. Министерством здравоохранения Московской области по Ленинскому муниципальному району на 2016 год утвержден план диспансеризации 19 248 человек. За январь 2016 года диспансеризацию в Ленинском муниципальном районе прошли всего 330 жителей. Продолжается прием работ на новый районотворческий конкурс «Космос – это интересно», посвященный 55-летию первого полета человека в космос. Работы на конкурс необходимо предоставлять вместе с заявкой участников в Центральную детскую библиотеку. Сроки приема – до 10 марта 2016 года. Более подробно об условиях участия можно узнать по телефону 541-41-11. «26 февраля во дворце спорта «Видное» состоится подведение итогов социально-экономического развития Ленинского муниципального района за 2015 год. Приглашаются все желающие. Начало мероприятия в 14 часов».